Здравствуйте на канале «Как заработать деньги в интернете». Сегодня мы поговорим о заработке без вложений. Я хотел бы вам рассказать о топ-3 крана заработка без вложений криптовалюты, на котором мы можем все-таки юзать чем почаще вот эти вот краники или ставить бота и так дальше. Вот, и зарабатывать на, грубо говоря, криптовалюту чем побольше, грубо говоря. Самые-самые крутые, самые платящиеся краны. Сегодня будет разговор, естественно, о них. Как всегда, ребята, хотел бы, чтобы вы поставили лайк, подписались на канал, также написали комментарий. Огромная благодарность тем, кто это все делает, поддерживает меня. Естественно, у нас уже 2240 подписчиков, что не может меня не радовать. Это заслуга всех вас за то, что вы смотрите, лайкаете и продвигаете таким образом наш YouTube-канал, наше сообщество. Ребята, вы лучшие, потому что вы развиваетесь. И, как говорится, наш девиз: лучше маленький плюс, чем любой минус к нашему балансу. Пускай это будет 5-10 центов на день, но все-таки это будет лучше. Будут такие дни, которые мы будем и долларами, и десятками долларами мы, бывает, зарабатываем. А бывает такое, что центы. Но все равно банк стараемся мы, чтобы он рос. Даже касается инвестиций, то ребята, которые со мной советуются, я всем говорю, который самый максимально выгодный профит. Даже та самая Моника, как была, я всем говорил, что лучше заходить с 10 трон. Кто меня послушал, получил плюс 2, плюс 8 трона к себе на баланс, грубо говоря, за несколько дней. На полном пассиве фактически. Итак, ребят, много видим, да, видеороликов. Также есть у нас телеграм-канал, подписывайтесь, здесь много различных способов заработка, как, например, на лаунчпаде на Bybit зарабатывать, все расписано максимально подробно, на Mars и много-много различных проектов, даже вот сделал обзор проекта на фрукты на новой ферме. Грубо говоря, там надо сложениями, я расписал, как сделать, когда, что сказать администратору, что вам дали бесплатно какое-то там дерево, которое стоит там несколько баксов, грубо говоря, даже без вложений начать. Вот такие, типа, много-много стараюсь контента, чтобы вы максимально могли развиваться и разбирать. Также хотел бы сказать, что у нас есть марафон с нуля до 1000 долларов, у нас там банк уже более 40 долларов. Вот, всем огромная благодарность, что вы есть, подписывайтесь на телеграм-канал, стараюсь вести, что вы были в курсе всех заработков по максимальным профитам. Очень много отсеев. Если у вас есть какой-то топовый проект, вы можете мне написать в личку в телеграме, и мы это рассмотрим, кран это или игрушка. Возможно, я о ней не знаю, все знают, а я не знаю. Ну, такое тоже бывает, как ни странно. Вот, и вы можете, мы можем с вами пообщаться, конечно, стану вашим рефералом. Если у вас нет реферала, я всегда готов, если это реально стоящий контент. Как видим, различных много-много способов заработка. Также, если нажмем на закреп, биржи без верификации, с верификацией. Ну, потому что, что без верификации? Потому что есть ребята, которых там 16-17 лет, им еще несовершеннолетние, и они хотят зарабатывать в криптовалюте. Они знают, что деньги есть, но там родители против, или еще какие-то вопросы. Вот есть две биржи, с помощью которых вы можете зарабатывать, выводить криптовалюту без вложений. Самое главное, смотрите на минималку, на депозит. Также есть краны, проверенные временем и выводом, также кошельки, тоже, где вы можете копить там вообще очень мизерные суммы в криптовалюте, накопить большую сумму и вывести себе на биржу. Вот такие вот тоже инструменты есть. Также проверенные временем и выводом долгосрочные проекты, такие как на Марс, который там уже дает там в районе там около от 2 до 5 долларов, тратя от всего лишь час времени в день. Вы можете такие вот суммы выносить. Обзор есть данного проекта. Я недавно делал обзор. Сюда добавлю еще видео, чтобы была ссылка, чтобы люди могли смотреть. Максимальный обзор прокси, как обузить. То есть я как бы дал путь, как, что и как делать. Скажем так. Так же самое RollerCoin, Anko, BetFury, Казиношка и так дальше. Много различных способов, как мы видим. Итак, много очень, знаю, немножко воды зашло. В общем, первый проект, который бы... Кран, который бы вам хотел бы, чтобы вы посмотрели, это называется он Faucet Space. Регистрация здесь банально простая, рассказывать не буду. Как только вы зайдете, вам упадет вот таких вот 30 поинтов. Потом вам все, что нужно будет, нажимать на Continue. Ниже они то добавляют капчу, то без капчи, по-разному. И нажимаете Claim Revert. В начале, как только я снимал данный ролик о данном кране, он давал по 0.7, ну почти по одному Dogecoin'у за 10-15 минут. Очень жирно. Кто мог, высосал отсюда все по максимуму. Вот таким вот образом. Тоже есть рефералка, если кому интересно. Есть офферволлы, все, что шортлинки, ПТС, все можете посмотреть уже более обширно. Итак, сейчас продемонстрирую вывод. Мы нажимаем на вывод.
Faucet Pay, как видим, и есть прямой вывод. Я уже навыводил здесь выше. Как видим, очень-очень много. Он продолжает радовать, продолжает платить. Что нам нужно, что вывести? Заполнить вот эту вот сумму, 3920, нажать на вывод, Faucet Pay, ввести адрес Faucet Pay, адрес, выбрать ту или иную криптовалюту, данную, что мы берем, ну и сюда, естественно, сумму 3920. И нажать на вывод. Вот таким вот образом. Все, идет загрузка, и, естественно, как правило, все, видим, что средства уже загружены нам на Faucet Pay. Следующий кран, который бы я хотел бы вам рассказать, это, можно сказать, Final Auto Claim. Его еще называют Дьючи. Довольно-таки крутой кран, потому что здесь есть как и автоматический способ заработка, и много-много другое. Вы выбираете ту или другую криптовалюту, набираете их криптовалюте, скажем так, Дьючи, и Дьючи уже обменивается на ту или другую криптовалюту, что вы здесь выбираете. Но это такой краткий обзор. Нет здесь ничего там сложного. Сейчас посмотрим, где у нас вот литок есть. И самое лучшее его юзать это в субботу и воскресенье, потому что максимально идет профит. Там к профиту идет 20% на Faucet Pay, даже к выводу и таким много другого. Как видим, вот мы нажимаем, идет таймер шкала, и нам сатошики лайткоина будут автоматически поступать нам на баланс. Вот. Также самый очень крутой кран, очень-очень жирный, очень крутой AD Bitcoin. Этому крану уже года. Когда-то он давал даже по сотни тысяч сатошей биткоина, вот, за буквально там за несколько секунд, и он дальше продолжает нас радовать. Регистрация здесь тоже банально простая, можно через Google, обычная старая стандартная регистрация. Мы нажимаем «Войти», я уже зайду, у меня уже есть некоторый баланс, как видим, 1144 сатоши, мы, естественно, это все с вами выведем. Нажимаем «Заработать», «Серфинг сайтов», очень много здесь, скажем так, рекапчи, потому что очень много людей юзает на, скажем так, на бота. Вот, ставляют мультиботы различные и юзают. Вот, в общем, как видим, вот 7 сатошей. Вот, да, и буквально это таймер. Я не думаю, что он долгий. Сейчас даже посмотрим, сколько он будет длиться. Как видим, грубо говоря, 15 секунд, пару секунд уже прошло. Мы просто находимся, видим вот сверху вот таймер, который идет. 3, 2, 1, вот, все, проверено, отлично. Все, как видим, все, 7 сатошиков заработали. Следующий, например, там 2 сатошики. Бывает такое, что и 20 сатошиков, и 10. Разные суммы, разные на рекламу. Так что можете их клацать, юзать и тоже смотреть, какие здесь есть новинки в плане аккаунта. Потому что люди заказывают рекламу для того, чтобы по максимуму заработать те или другие, чтобы было по максимуму рефералов. Вот. Проекты разные, все разные. Вот видим, тоже секунды пошли. Сейчас оно пройдет, самое главное. И все. Ждем, отлично. Проверяем просмотр. Все отлично. И 2,8 сатоши поступило нам на баланс. Вот. И таким вот образом вы постоянно просматриваете рекламу. И потом уже можете выводить на свою криптовалюту. Здесь очень-очень разновидность. Тоже есть, был когда-то автосерфинг. Скорее всего, что его уже нет, как видим, да, уже даем новые ссылки, но когда-то давным-давно было. И если мы, например, даже нажмем на вывести средства, выводить можно, как видим, на Faucet Pay. Выводил я уже разные, 680, вот тоже 1442 сатошика, 2000. И когда-то, еще в 2022 году, я еще выводил 8104 сатоши. Вот. Кран очень древний, давно существует, платил просто бомбой, дальше продолжает платить. Ну, как выводить? Мы нажали на вывести, на Faucet Pay, как видим, да. Адрес уже автоматически вбитый, вбивается пароль аккаунта и нажимаем вывести. Все, успешно, вывод средств обрабатывается. Все, никаких вопросов нет. Заработок этот прекрасный, потому что и платит, и продолжает платить. Так что вот эти сами три топовых крана, которые бы я вам рекомендовал бы обузить. Там еще будут ссылки на краны, которые я тоже считаю крутые, но в топ-3 не вошли. Если был бы обзор там более там топ-5 или топ-10, то, конечно, бы они вошли в эту десятку по-любому. Вот. Также вот я делал обзор по поводу мультибота, который сможет автоматизировать вам
заработок на криптовалюте на экране. Вы поставили бота, и он собирает вместо вас. Ссылка будет тоже в описании на данный видеоролик. Всем пока, хорошего профита!